Правнуки, внуки, домашние заботы, они успевают многое. В Центре социального обслуживания населения «Вера» есть оздоровительная группа. Каждое утро у этих бабушек начинается зарядки. Когда к нам приходят, они вот посмотришь на человека, он такой, знаете, сам в себе, весь такой замкнутый, отсюда уходит. Они с таким хорошим настроением, лица просветляются у них, совершенно другие люди. Разминка шеи, плеч, ладони, стоп, коленей. Комплекс упражнений продуман так, чтобы смог заниматься любой, будь тебе 70 или 80 лет. Для особо продвинутых есть шведская стенка, беговая дорожка, велосипед, тренажер. Женщины с удовольствием занимаются гимнастикой, несмотря на то, что некоторым далеко за. Бодрость, ощущаешь себя совершенно по-другому. В лестницу можно подняться. И потом, вы знаете, настроение, общение с людьми – это тоже очень важно. Здесь как семья. Здесь очень такая домашняя обстановка. Грамотно продуманная программа, которая нам по силам. Мы ее выполняем с удовольствием. Мне вот это нравится. Утренняя зарядка настраивает на дальнейшее общение, ради которого в том числе и приходят сюда посетительницы. Журнал отзывов переполнен добрыми словами, что еще раз доказывает, центр позволяет сохранять им физическую активность и бодрость на долгие годы. Диана Гаврилова, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.